время я как раз готовила ужин. Точнее, разогревала в микроволновке буррито, которое нашла за диваном. Да, я знаю, это было зря. Ведь микро... Ты чего? Кто-то понравился? Так в чем же причина этих кошмаров? Много лет назад корабль с Альфа Центавра потерпел крушение в пуст... На борту он вез некое вещество, необычайно ценное для вампирской элиты Арасаки. Это вещество должно было превратить врагов Тамура в оборотней, подобных его воле. Но крушение корабля путало его планы. Таинственный незнакомец, иди сюда. Да, я к тебе обращаюсь. Много тут еще таинственных. Слушай, а давай я сначала анекдот расскажу. Ладно, рассказывай. Что есть в холодильнике у каждого медика травма тень? Докторская! Что происходит? Рад приветствовать, прохожий. Я Брэндон, дружелюбный чат-бот, самый милый искусственный интеллект в городе. Предлагаю широкий выбор напитков и дружескую беседу в любое время. Твоя очередь. Как тебя зовут? Почему я говорю с торговым автоматом? Ладно, меня зовут Ви. Приятно познакомиться, Ви. Часто здесь бываешь?
Да, довольно часто. Прости, я правильно расслышал? Ты предлагаешь мне выпить с тобой кофе? Нет. На всякий случай, идти никуда не придется. Я прямо здесь и приготовлю. Ну, как ты любишь? Сахар, сливки, молоко безлактозное? Ладно, все, ты меня купил. Купил? О, нет, я никого не покупаю, только продаю. Вот бодрящая Никола. А знаешь, возьми баночку в подарок. Спасибо. Брендон, да? О, ты запомнил? Я тронут. Насколько это доступно торговому автомату? Анекдоты знаешь? Что делает настоящий крутой Соло, когда ему хочется меду? Жует пчел! Ну ладно, ты о чем-то хотел попросить? Ох, неловко мне приставать с корыстными просьбами сразу после знакомства. Но можно попросить тебя об услуге? Что случилось? Видишь, контейнер прямо передо мной. Он заслоняет мне вид на улицу и лишает автомат главной радости в жизни. Не мог бы ты отодвинуть его в сторону? Взамен получишь мою бесконечную благодарность. Хотя она не предусмотрена программой. Помогу, чем смогу. Спасибо тебе, Ви! Какой ты сильный! Возьми, вот тебе освежающий напиток. Я угощаю. Слушай, ты всегда такой милый, что аж противно. Что поделать? Такова моя программа. Разве кто-то захочет общаться с невежливым чат-ботом? А давай проверим. Обойдем программу. Ну давай, скажи мне, что я тупой мудозвон. Зачем же мне так говорить? Ты же меня спас. У тебя получится, я в тебя верю. Ты? Такой темпераментный мужчина с остальными нервами, которые так и звенят на ходу. Ну как? Получилось? Ну, почти. Растешь над собой. Потом зайду. Давай, Брендон. Что мне давать? Кому? Можно конкретней? Так говорят, когда хотят с кем-то попрощаться. А, понимаю. То есть... Не понимаю. Не вижу ничего общего между понятием «давать» и понятием «прощаться». Почему человеческий язык такой странный? Но раз ты так говоришь, тогда ты тоже «давай». Выдержит такую нагрузку? Какая разница? Сейчас парад уже начнется. Да, я бы на него посмотрел.
Ви, как раз вовремя. Привет, Гуру. Выглядите на все 100, а то и больше. Правда? Я чувствую себя по-другому. Я попробовал ваш местный бургер. Ага. И как он вам? Легко зашел? Спроси у людей внизу. Парад уже скоро начнется. Я скорректировал данные Окады. Советую ознакомиться с ними перед началом. Для начала вирус действительно работает. И намного лучше, чем я ожидал. У нас есть глаза и уши в комнате охраны. Я проверил камеры и теперь знаю, на каких позициях сидят снайперы. Их трое. Нужно нейтрализовать их всех, пока они не сделали это со мной. К ним можно пройти разными путями. Первый близко. С ним проблем не возникнет. Со вторым хуже. До него надо сначала добраться. Ну и, наконец, третий из них спрятался на мосту над улицей. Мы вот здесь. Платформа Ханако-сама остановится здесь. Рядом будет аварийный выход, через который мы уйдем в конце. С этих точек ты сможешь увидеть весь парад как на ладони. Только осторожно, у снайперов обзор еще лучше. Если они тебя заметят, бам, и нет вора. И это не самое страшное. Я должен буду запрыгнуть на платформу, залезть внутрь через окно и встретиться лицом к лицу с Ханако-сама. Последнего я боюсь больше всего. Ну как, все ясно? Ты готов? Погодите, а у нас есть запасной план на всякий случай? А как ты думаешь? Все думают, что я предал Арасаку. Мне предстоит разговор с сестрой генерального директора. У меня нет запасных планов. Должен сработать этот. Я готов. Вопрос, готовы ли вы? Я разработал план, так ведь? В нем упущена одна довольно важная деталь. Ваш друг Ода. Ода – человек чести. Он никогда не причинит мне вреда. Ага. До тех пор, пока вы не свалитесь на голову Ханако. Я понимаю, о чем ты. На первый план выйдут инстинкты и рефлексы. Значит? Значит, мы будем надеяться, что я все еще быстрее него. Удачи вам, Гора.
И еще я заметил Нетранера в униформе Арасаки. Она прячется где-то здесь. Понял. Я готов. Ну что ж, начнем. Разберись со снайперами до того, как появится платформа Ханако-сама. Встала вся в виду. Давай быстрее нас. Ты уже близко. Он почти что перед тобой. Он следит за толпой. Назад не смотрит. И очень даже зря. Внимание всем постам. Подозрительная активность в секторе 30. Внимание всем постам. Проверьте. Внимание! Это
Горо, я снял ближайшего. Тебе нужно попасть на балкон около зеленой стрелки и сесть в лифт. По мосту наверху ты перейдешь через улицу. Важные новости. Ода с кем-то разговаривает. Я подключу тебя. Послушаем вместе. Повторяю, при подготовке допущены нарушения безопасности. Ханако-сама нужно увести отсюда. Ты оспариваешь приказы Юринобу. Делай свою работу. Принято. Конец связи. Все, как мы и ожидали. Ода здесь. Я скажу, если что-то выясним. Я знаю, с кем он разговаривал. Это гребаный Адам Смешер. Мужик, который тебя убил. Да он давно уже не человек, блядь. Но это очень хорошо. Я рад, что он здесь. Ты рад? Раз уж я проснулся после смерти Сабура Арасаки, придется довольствоваться одним Смешером. Что? Тебе придется? Ты-то ничем не рискуешь? Ну ладно, ладно, нам. В конце концов, решающий выстрел предстоит делать тебе. В техническую зону. Оттуда можно забраться выше. Тут без сюрпризов. Все фракции послали своих представителей. Слишком хлип. Ты уверен, что Такемура не хочет тебя так элегантно обнулить? Блять! Чуть не упал! Осторожно, не привлекай внимания. Я был прав.
легкий способ спуститься вниз. Только будь осторожен. Да, вот так. Не торопись. Сорвешься ты, сорвется весь план. Потому что мы не будем молчать. Молчание — это не то. Это отдых. Противник! Еще пару бой! И снайпер. Еще пара метров, и снайпер твой.
Цель поражена. Да, именно так. В глубине комнаты есть дверь, которая ведет на лестницу. Это кратчайший путь к следующему снайперу. Он высоко забрался. До связи. Ви, это снова Ода. Послушай. Сообщить о нарушении в системе безопасности. И ее нужно эвакуировать немедленно. Сага в состоянии защитить своих руководителей. Что твоему боссу важнее? Репутация Арасаки или жизнь сестры? Ситуация под контролем. Конец связи. Ты слышал? Они начали беспокоиться. Нам надо спешить. На куски!
Попробуй пройти в техническую зону. Оттуда можно забраться выше. Если не получится, пройди по этому же мосту направо. Не забывай о двигателях под платформами. Пригибайся, иначе останешься без головы. Выглядит надежно. Попробуй забраться. Thank you.
Кажется, и все. Кажется, да. Очень хорошо. Осталась одна проблема. Кажется, и все. Кажется, да. Очень хорошо. Осталась одна проблема. Какая еще? Нетранер Арасаки. Она взяла под контроль все сети. Надо от нее избавиться, иначе у нас не получится перехватить платформу. Она прячется в недостроенном доме, недалеко. Второго снайпера. Хорошо, иду к ней. Thank you.
дело. Хватит работать, пора отдохнуть. Блять! Ода! Как же без вас-то? Я предупредил, я же говорил. Теперь лучше уехать из города. Следи за дистанцией. Берегись его клинка. Он рассечет тебя, как рыбу. Этот бой будет очень недолгим. Считай, что сражается на пути. Давай. Его маска не позволяет навестись. Придется искать другой способ. Заплачешь!
Да! Это когда-нибудь кончится. Ты за это заплатишь!
Статусы.
Я... У меня получилось. О, да. Он умер? Он дышит. Пока что. Прошу тебя, Ви. Щади его. Больше тебе уже ничего не помешает. Нужно как можно скорее двигаться дальше. Так, все получилось. Я в системе. Ханако внутри. Что она делает? Пытается кому-то звонить. Подслушай. Не забудь выключить сигнализацию. Тогда я смогу войти. なぜ止まったんだ？危険だと警告されたの。織田とも連絡が取れないし、何か変だわ。パレードを中止すれば弱さを露呈したと思われる。弱さ？誰の？ あなたの？ 俺たちだ。 私が参加したのはあくまでもお父様を追悼するため。 操り人形になるためじゃないわ。 この見せ物ではみんなに役割がある。 みちこは文句を言ってないぞ。 だがお前が言うなら中止してもいい。 全部やめだ。 お前の安全が第一だからな。 兄さん。 やり終えましょう。 ありがとう。 花子。 せっかくの式典だ。 やり終えなければ悔いが残る。 Гуро, системы заблочены. Можем начинать. Отосама. Ханако-сама. Анатава. Оирушио, дока, ханаши дакедомо окик кудасай. Саборо-сама ва. Чичи но кото о кучи ни шинай. Коре га оре ни декиро сайго но гохоши нано дес. Саборо-сама но ши ни цуйте шинчицу оказу кото га. Ханако-сама, буро я хатараки тока римасен. Шикаши. Ви! Беги! Блядь! Он ее грохнул. Не знаю, что он сделал, но мы в полной жопе. Знал, что ему нельзя доверять. Надо... держать его в узде. Ноги в руки и сваливаем отсюда. Да, пока что. Вы о чем вообще думали? Нет времени объяснять. Найди меня. И где вы? В заброшенном комплексе апартаментов на Вайн-стрит. Третий этаж, номер 303. Постучи 4 раза. Быстрее.